Моя авторская песня Владимира Васильева «Глаза это», написанная мной в 2017 году в городе Одессе. Глаза — это мозг, улыбка — душа, уши ловят слова не спеша. Счастье — это огромная сила, если любовь так взяла, осветила. Взгляда идет всегда настроение, и видно в глазах, да или нет. Отсюда у двух успех и везение, и слышен понятен достойный ответ. Счастливые минуты не замечают, счастливые от сердца поздравляют, и думают, что счастье есть на свете, они правы и не нуждаются в совете. Счастливые минуты не замечают, счастливые от сердца поздравляют, и думают, что счастье есть на свете, они правы и не нуждаются в совете. Режут сердца простые слова, но когда они для любви, шалеет от них голова, от нежности больше любви. Слова — это мысли, желания и успех, слова — это сила души и тела. Мелодия струн приносит успех, но если за душу легонько задела. Счастливые минуты замечают, счастливые от сердца поздравляют, и думают, что счастье есть на свете, они правы и не нуждаются в совете. Счастливые минут не замечают, счастливые от сердца поздравляют, и думают, что счастье есть на свете, они правы и не нуждаются в совете.